Сегодня в столице презентовали новый комикс на казахском языке. Книжка является инструкцией по цифровой грамотности для детей. Основной персонаж комикса, супергерой Кайсар, спасает детей от злодея-кибербуллера. Кайсар рассказывает ребятам основные правила безопасности в мировой сети. Небольшое приключение Батыра, оформленное в виде красочного рассказа, рассчитано на детей в возрасте от 6 до 10 лет. История разработана на основе европейского опыта и при участии продюсера Каната Сахарьянова, художницы Мадины Тажмагамбетовой и сценариста Бегата Даниэла. Поэтому для нас очень важно дать детям информацию о так называемой цифровой грамотности. И здесь мы разработали в доступной легкой форме усвоения комиксы, которые показывают детям о том, что не все, что в интернете публикуется, это все является правдой или там полезно. Проект поддержало и представительство Европейского союза в Казахстане. В прошлом году комиссия ЕС приняла новую стратегию по улучшению цифровых услуг для детей и обеспечению защиты каждого ребенка в интернете. И сегодняшняя презентация – одна из работ, проводимых в рамках этой программы. Сегодня в интернете есть много фейковой информации, но мы не можем запретить выходить в мировую сеть. Поэтому Европейский Союз хочет, чтобы юные казахстанцы умели безопасно пользоваться интернетом. Мы хотим научить детей этому, ведь мы не пугаем их водой, а наоборот, помогаем научиться плавать.